Приветик, приветик всем. Я начинаю выкладывать видео снова. Сегодня у нас будет обзорчик, но вот такого вот ожерелья, который я нашла. И купила за 50 рублей. Ой, 50. 15 рублей. Это кулончик подделочный. Давайте его вытащим. И берем эту штуку. Вот, это вот такой кулончик. Почему-то он не берется. Иди сюда. Вот такой кулончик. Давайте я его открою. Неизвестно как. И потом неизвестно как закрою. И он не одевается. Вот. Это вот такая звездочка с вот таким вот камушком. Я болею. Извините, пожалуйста. Если бы было, то он выглядел вот так. Ну... Я его одеть не могу. Я его одеть не могу. Ну ты что? Зачем я взяла этот кулончик? Лучше я взяла этот ластик. Да, простой ластик. Ну ты же был хорик, слушай, ты был поиграешь в Майнкрафт, а ты читер. Я не читер. Ты читер, ты строишь алмазные дома из алмазных блоков. Нет, я не читер! Я читер. Там... Дело сложное для нас, не решить его никак. Вот такая была. Здесь ничего. Плохо, ничего. Ладно, сделаю обзорчик на булочку. Вот булочка. Это вот такая вот слоеная булочка. Вот она. Да, следующее видео будет, как сделать PMP. И наша Даша пришла к нам на 5 минут. На 10. На 20. Вообще на 5. Вкусная булочка. 9 рублей стоит. Это был обзор на цепочку. Вот такую. Ну что ж, всем пока! Надо сделать фото. Булочка соёная. Так. Пока!